Ну что, поехали? Итак, всем привет! Я запускаю новый проект «Детский трицикл на электротяге». Давайте приступать. Погнали! Вот мы сняли колесо. Вот у меня есть подходящий по окружности подшипник. Отчерчиваем и вырезаем 4 пластинки. Дальше поймете для чего. Так, что мы имеем? Наши пластины. Под пластинами резиновые кольца, чтобы сцепление с диском было наилучшим, потому что диск пластмассы. Затянули. Второе колесо аналогично. В роли привода у нас будет шкив. Итак, приступим водить нашу ось. Погнали! Не учел сплавил с моей конструкцией. Ну ничего страшного. Когда нет болгарки. Итак, колеса установлены. На втором колесе у нас установлен шкив. Вот так у нас получается. Есть небольшое биение, а может и большое. Продолжаем. Итак, мы подогнали центральную ось. Давайте ее заварим. Итак, ходовая часть у нас готова. Теперь давайте внедрять двигатель. И мы продолжаем. Итак, мы установили двигатель. Вот таким вот образом. Приварили такой кронштейн. Это рычаг у меня валялся. Прикрутили. Усилили уголком. Здесь просто приварил такую вот от пружины пол витка. Просто упирается в него стартер. Все. Осталось сделать натяжитель. Вот таким образом мы приварили натяжитель, ролик. Итак, у нас все готово к первому запуску. Давайте попробуем его воспламенить. Погнали! Ну что, поехали! Вот это мощность! 800 ватт стартер. Давайте еще раз. Итак, мы потеряли колесо. Вот мы сделали первый запуск, как и планировалось. Но не без недостатков. У нас отвалилось колесо. Мы идем в правильном направлении и будем решать проблему постепенно. А тебе спасибо за просмотр, поставь лайк этому ролику, обязательно напиши мне комментарий, подпишись на канал, а на этом наша серия подходит к концу. Все, давай, пока!